Что у нас? Минута молчания. Это хороший травил, чё вы? По мане просели все. Угу. Чё ты там, Славик? Чувствуешь прогресс? Засыпаю, чё. Да, блядь, три тела упало, или сколько? Три, да? Вот если бы они не упали, вот тогда был бы хороший трай, блядь. Как-то нас вот на этот вихрь то сильно очень бьет, то можно пережить. Это сакры так влияют? Нет, там... Блядь, я вот не знаю. Чтоб ты понимала, я вот когда, блядь, вот в меня чаржится, в печеньку нахуй, я ловлю, блядь, от 18к до 20, блядь, одного. Да, там надо уточнить у разработчика, вот он либо в кружке, где он сам стоит, бьет дохуя, либо вот дальше красного своего кружка, вот где-то метров 10 вокруг него, типа он бьет по 15, там по 20 тысяч физухой, блядь. Он тебе ничего не ответит, ну. Он потому что сам не знаю. Кентури, заходи. Они скажут, все сделано по безлойку, все нормально. Райский, ты тут? Райский, но ты тут? Кентури. Блять, пол реда в каш, ну ебаный. Давайте чуть осталось, нахуй, и потом пойдем спать. В смысле, в сети нет? Да, Кентури нет в сети. Ну, из Диса вышел. Нет, так он, наверное, уснулся, что фласка не... Он написал, что завис, типа, пошел этот, видим, ребут в комп. Блять. Ой, видите меня, кто-нибудь, пожалуйста, здесь. Дратач, ты тут? Смотрите. А можно как-то приступ во все партии раскидать, что ли? Так или иначе, они хоть подхилили? Не могу я всех раскидать из-за ирдаров там и так далее. Андертач сломались. Фулмап дали. Андертач. Бьешь босса, свечишься по шипам и когда вихрь, бежишь со всеми дружно в крест. И в кресте стоишь, думаешь, понял? Да. Там гоблин. Ночь рожденный. Настя, пожалуйста, хватит. Вот оставалось добив все. Оставьте ГБ кто-нибудь. Спасибо. Что, давайте все тут. У нас минус один еще мы. Дартач. Все по пизде пошло, но оставалось три. Да ебать их в рот, какой нахуй рестарт, блять. Да успеем еще пол, если прям сейчас начнем. Угу, 10 минут нахуй. Ну ладно, потом если что, блядь, перед рестартом, блядь, скинуть нахуй, пускай потом помогает. Уебки, блядь. А чё отдаю? Видос есть, если чё. 3, 2, 1.
На фрейм стали все. А на кого кинулся? Успели, блядь. Во фрейм долго сбегались, нахуй. Вот на кого, блядь, скинулось. Не знаю, что за параша там так долго бежал. Теперь не успеем, нахуй. Чтоб они нахуй-то этим, блядь, рестартом, нахуй, блядь. Ладно, я промолчу, блядь. Сейчас после рестарта... Что, там что, увидел, сука? Сейчас прикинь, после рестарта, нахуй, 60 лямов, нахуй, приходим сейчас на леди. Сейчас зайду на стрим, посмотрю, нахуй. Да, ФК до рестарта. Блять. Пиздец. Акума стоял. Акума! Он долго сбегался. Акума. Да, давайте, да, Кирилл, давай тогда уже в другой день продолжим. Он работает, а хуйня. Я тоже зад. Вот он какой чисто потник перепрашивает. Гроза ебнула, и у него все нахуй повисло к хуям. Он сейчас зашел только с телефона, говорит. Ну, давайте хотя бы глянем, надежду не теряем. Блять, после прикинь, после рестарта зайдем, сейчас 60 лямов там хп будет, ебать. После рестарта все равно заходим. У нас РТ до 12. Равняйсь! Да-да. Не, ну какой-то он, сука, жесткий нахуй. Чё, можно уфнуться, да, пока рестарт? Ну да, пока уфнуться можно. Да. Конечно, ДПСа хватает, если никто не умрет. Хватает. Ну из ДД, по крайней мере. Хотя... Ну почему? Если будет минус один, в принципе, у нас все хватает. Мы это уже проверили на прошлом пуле. Но... Но мы не успевали. Мы не успевали, тогда все равно. Не, с минус один с любым мы не успеем, у нас тело лежит, это все, это конец. Ну, если экзекутку брать, то может быть не успели, но тоже под вопрос. Иди. Да никто не должен. Не хочу, чтобы был нерв. Типа нам нужно убить до нерфа. Ну, типа это уже зашквар. Ждать нерфа, чтобы... Люлька, ты как сколько, всегда... Да, сколько гильдии убила? Звезду уходить, если я говорю. Ну, три его ты убила. Какие вот, можно названия? Экзальтед, Прогресс и кто-то там, Энсо вроде. Угу. Ну, типа, потом, типа, нам убить, а пусть остальная помойка убивает после нерфа. А чё? Охуенно! А в чем соль? Ну, типа, ну мы не будем как слабые ждать нерфа. Мы должны сейчас убить. Ну, получается, слабые, но... Ты понимаешь, это еще это ебучее ребро, нахуй. Я жду, блядь, что будет на профе, на лане, нахуй, на синдре, блядь, с такими лагами, нахуй. Тем более, блядь, лично, нахуй, джайна. С таким ДПСом, конечно, нахуй. Я не знаю, там, хоть хуй экзальтеды, там, хоть сам Господь Бог придет, трает, он уфайпанется, нахуй. Просто, ну, блядь, надо цифры адекватно считать, блядь, никто не рассчитывал ни лаги, ни хуя. А, значит, они какие-то цели преследуют. Не, ну, хим нормально дает, он что-то снимал очень. Не знаю, что они преследуют. Они время тянут, нахуй, что они преследуют. Ну вот, какие-то цели у них есть. Дольше не убивать, допустим. Не убивали люди, чтобы дольше не открывать новый контент, чтобы не сидели ныли. Не ныли. Ну, короче, вы поняли. Это тупо. Им выгоднее, чтобы, наоборот, люди убили, блядь, и запилить шмотки в шопу, чтобы люди, блядь, которые не могут убить, донатили. Ну, то вообще, которые не могут убить, там будут донатить и те, которые убивают. У них цели ну, да, это тоже. В любом случае, но им будет выгоднее, чтобы люди закрыли хотя бы там условно 4-5 гильдий. Не, наоборот, не выгоднее, как можно дольше не нерфить эту хуйню. Нонсет. Они нерфанут тогда, когда им надо будет. Они же сами видят, сколько кто им донатит, блядь.
Ну это да, да. Тоже. Они вот увидят, что там нет. Ну да, но они просто не могут тянуть бесконечно, но не тянут как можно дольше. Вот там вся суть. Чтобы донатили шмот, чтобы потратить ребро, блядь. Не совсем. Не совсем. Чтобы просто в игре дольше сидел. Вот как мы сейчас сидим 3 часа в этой залупе. Чтоб ты так сидел в этой игре. Чем, ну, это же элементарно. Им-то они говорят не про донаты, которые на сам сервер идут, а про донаты от инвесторов. Которые, возможно, есть. Чтоб видели, что онлайн идет на сервере. Ну, на самом деле, даже, блядь, ну, если сравнивать, допустим, обычку, даже там ребро жесткий, на самом деле. В обычке. Касательно урона по танку. Да. Ага. Даже там как-то он сильно бьет, на самом деле. Потом резанут нахуй ХП, блядь, нормализуют. Ну, хотя бы разочек убить до нерфа. Потом можно нерфить. И двигаться дальше. Я так считаю. Через ща. Один хуй. Да с нерфами, блядь, потом убивать нехуй будет. Ну, типа, потом это будет ссылка просто для фарм. Идёшь, убиваешь спокойно. Не, мы же не застрянем. Мы, блядь, первый босс не убиваем нахуй. Они чё, не кротик понерфили? Они опять не кротик переделали? Какой? Случайно? Да. А шо? Почему только 1100 СПД? Он ну, 1204, вроде бы. Ну, сейчас 1140. Поддержь ничего здесь. Ну, так, блядь, учитывая, что если карта еще раз апнется, блядь, карта будет больше давать, чем тут некромантик. Еще новая. Она будет больше давать, только если 84-й может быть. И то не должна. А будет это косарь давать. Кирилл, а если мы не убьем ребро, мы не пойдем в тюрьму? Да. Ну ладно. Пойдем за... Ну, что завтра будем ребром? Ну, надо убить по тюрьму хочется, там шмот. Типа у нас сейчас был хороший был, нахуй. Там мы, в принципе, успевали, мы бы убили, нахуй. Если бы, блядь, меня шип сняли. Либо, ну, тогда бы ты пошнулся. Ну, я, кстати, бил эти шипы, да и твой оказался последний. Я ж не знаю, на каком ты именно сидишь. Да я проблема в том, что там может у Майона тоже, если не до конца близко подошел, потому что я, блядь, портал обновлял, у меня портал заканчивался. Мне там до портала стало. Ну это не повезло. Я дождался, пока лужу кинет, чтобы не выйти, блядь, как раз в тот момент, чтобы на меня лужа не кинулась. Ну и лужа в центр не пошла. Я дождался этого момента, пошел по быстрому порталу, и потом, видимо, не дошел труп. Там... 3 шипа, Кирюха орёт, блядь, пейте шип. Я смотрю, -1 шип, он продолжает орать. Да, минус там, 2, он до сих пор орёт. Я там бью как ненормальный, кстати, в этот момент, если честно. Сука. Ладно. Это было смешно, если честно, немного. Но потом нет, конечно. Когда мы упали. Не забывайте под фрейм еще тоже заходить, это тоже очень важно. ДПС много теряем, если шипы за боссом стоят. Ну, за рейдом, точнее.
Слышно меня? Угу. Что-то с Дискордом какая-то хуйня произошла. Блять, ну рестарт этот, сука, максимально не вовремя. Все для Сируса, блять, как обычно. Хотя бы по таймеру сделали они, как обычно, блять. 5 минут, 2 минуты до рестарта, хуяк, снова 10, блять, 15. В 25-ке в тюрьме интересно будет, и Юля, и Релить будут говорить. Где, где? Еще раз. В тюрьме 25-ке. А, ну конечно. Юля будет. Не, в тюрьме в 25-ке будет Адель. Релить. Да, Адель. Ты провоцируешь разговаривать, Настя? Блядь, Юля, если... Если я завтра не появлюсь в онлайне, знай, меня, на меня Адель навел порчу, и я умерла. Адель может, татарин. Да, Адельчик? Татарскую порчу, говорит, навел на тебя. Я читаю Дискорд. А это лечится? Не, вот... Адель может навести порчу. Адель не может. Ну, с бубнами эти, которые... Именно. Представьте, на форуме хилы ноют, что у них чарки бесполезные из всех хилов, ДД, всех. Продолжают плодить темы. Хилы всегда ноют, я заметила. Да нет, ну типа у ДЦ натуре слабый очень бонус у этих чарок, к сожалению. Но есть общие, типа я забрала себе с общей чаркой грудак. Там, типа, как бы Россия и Беларусь недоступна, а Украина и Европа и другое доступно. Так, да. Класс. Меня через Украину не поставят. Просто с Беларуси. Я с Украины, блядь. Охуеть, очень быстрый рестарт. Как обычно, ну, sirus.song, когда хочу, тогда на сонах. Неудивительно. Почему они до сих пор вот этот, блядь, гимн животных, блядь, на заставку не поставили, песенку эту, ну? Спойка. Идеально было бы. Зачем животных? Можно просто фотками район. У тебя есть его фотка? Естественно. Скин. Нет, это эксклюзив. Это 10 тысяч голд дал. Мало. А тебе долг прощу. Какой долг? Ты мне 15 тысяч забрала, лох. Я? Неправда. Ясно. ГМ гильдии Tomorrow Sunday кидает на голд. Естественно. Совсем, да, голды? У него дохуя голды. У кого? У тебя. Ой. Не, Кирилл на меня кричит, я ему голд не дам.
Ну, он тебе еще сегодня не кричал, вроде. А значит, я хороший мальчик сегодня. Нет, ты руинер, блядь. Сколько ты нахуй? Только я, блядь, помню, 4 трая точно за руину. Не, идеального нашел лужи. Ни одной лужи в рейд не было. Ни одной. Ты руинер, Софи. А в присутствии? Это дискриминация. Получается. По половому признаку. Ну, помойка встанет сегодня, нет? Бля, что так долго, я спать хочу. Настя, у меня есть предложение. Я тебе фотку у Маничелла, а ты мне Мирая. Не, меня Маничелла так не интересует. А нахуя тебе Мирая? Он к нему проявляет особый интерес просто. Да, мы с ним друзья. Ну так почему у тебя тогда его фотки нет? Хуйло волосатое, блять, Маничелла, не оскорбляй, пожалуйста, дайте ему бан за такое. Ну, пускай заходите. Нихуя, блядь, не пускает. Я захожу. Так он с Беларуси, поэтому пускает. А обновы не было? Ну, вроде нет. Но я зашел, обновы нет. Глю зашел уже. Лондра. Юля Кентуй. Вот и брать 70 лямов, да? Да. Плюс еще 70. Ну и там 11 сверху. Ну все, пофиксим. Заходите все быстрее. Это как 3 раза по 30 еще немножко, да? Угу. Бля, пизда, нахуй, меня не пускают. Установка связи. Закройте лаунчер и откройте заново. Так что это сделал? Авторизация. Класс. Ой. Даже мастер Блэкич. Шишки Бойт. Все? На горшок и люльку? На шишки все. Бабеньки. Говорит, рано встал сегодня спать. Бля, мне тоже в 5 утра, мне на смену вставать в 5 утра. Я сплю только в 8 вечера ложусь спать на работе. До 8 вечера я ебашу. Запах какой-то появился, пиздежа, по-моему. Блядь, я серьезно говорю. Воет, райский вдох. Никита, Деджермастер. Не пускает нихуя. Деджермастер. Никита. Пустила. Блэкич. Блэкич тут. Деджермастер боссом остался. Деджермастер. Какую хуй ты посмотрел? Чё посмотреть вообще? Я свой сериал-то тут досматриваю. Только не аниме, бля, я не смотрю аниме. Они про аниме и говорят. А, все понятно. Ничего не надо. Советы не нужны. Что ты за сериал смотрел? Дальше мастер. Сейчас я через пранку смотрю. Блять, он опять покажет. Больше всех, как обычно. Только единственный. Кто? Смоните. Дальше мастер. Дунги мастер. Там пауки ебаные. Выйдут. Кринги-кринги. Ну, я так считаю. Кринги.
Ну, один Dungeon Master остался. Блять. Без него и обойдем пока. На пул нужен. Похую. Бланш есть как бы, но бланш, блять, тварит особо не будет. Нужен бланк, да. Валентина вред будем смотреть. Давайте любого возьмем, ну чтобы хотя бы потратить, ну что, мы сейчас простоим, а 10 минут прождем. Бланш, ты тут? Сейчас зайдет бланк, и сразу же зайдет Дунжи Мунжи. Дунжи Мунжи? Кто уже трэш начал резать, сука. Гори по фарму. Вот Dungeon Master зашел, реально, блядь. Sorry, бланш. Блять, и бланш сманулся как раз. Сказал, дайте ему портал. Дайте портал, он удал. А ты уже. Хорошо. Фигать. Он тут уже все. Фулл баф дали по рейду быстрее. Так, крестик. Печенька. Не, печенька тут. Подальше, наверное, нет? Печенька. Все. Так вот. Примерно. Фиазочка, если что, вправо. Ну и блэч там все. По-моему, вот этот ромб, он стоял на внутреннем круге. Вот этого. Как там слишком близко. Да? Ну то ты это прям... сказать так? Ну где-то так, да. Окей. И вот здесь где-то стоял. Вот. Хорошо. А что на полуба? Дермич. Все, все готовы. А что, дым? Два, один, пол. Махнем. Ближе стали все. Крест. Прохил. Звездочку, звездочку. Угу. Чуть назад. Уже поздно. Падайте быстрее. Падайте, падайте, не тяните время. Хуёво был. Почему так сейчас произошло, хуй его знает. Кто-то там, блядь, что-то нахуй не туда стрельфанулся. Да мне уже не было. Блять, еще и зашел до бот. Ну она в середину пошла, я походу. Давай мы срез, Дермич, давай мы срез. Не вставайте там, блять, трэш резнулся, давай мы срез. Ребра, походу, кто-то повернул, и вот уже лужи пошли как-то не так. Хотела, надо будет резнуть шестерых. Баба, скорее всего. Да зайдете, блять, в Инс, мы вас умоляем. А, точно. Я перестался. Тыка-т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 ы
там перемажете. На жопу. Ну тыкните, сумоньте тебе. Он чел сумонь. Холь еще остался. Уже сумонул. Все, окей, я вижу. Рыбу хамите, колба вторили, все тут. Давайте отбиваемся.
Отпивайте быстрее, Бентли, чё ты стоишь? Отпивайся. Что, затопил? Сплю уже. Соберитесь. Победа сейчас будет. Всё, чё ты? Два, один, пул. Блять, отошли, отошли чуть-чуть. Шипы. Вихрь будет. Крест. Или твоя сатра будет после спаунта. Мага сбить. Все, храм ставим ближе. На трех хилах. Шипы сразу меня, блядь, на мой сосед кинуть потом. Уже поздно. Вихрь сейчас будет. Блять, отошли дальше там, туда, в ром. Звезду можно. Все, крест нормальный. Кресте нормально. Сокру дай, нормально. Райский топ, сокру. Поближе подойдите. Ближе во фрейм стали. Вихрь сейчас будет, шипы быстро свалим. Крест. Подсай. Сокровом, блин. Шип. Прохил, 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 больно, больно, больно. Блять. Бля, вы в пламени просто. Серый БР по мне наш. Ну, я шипа слез и сдох просто. Мага сбить. Мага сбить. Пизда. Блять, ну. Мага сбить.
Ладно, у нас пул сделаем сейчас и все. И на завтра пеньше. Ох, хп осталось. Это, слышь, Кирилл, давайте, может, именно вот середина и по бокам стоять. Где у тебя звездочка стоит, тогда 100% на середина будет проходить, а по бокам он не будет кидать, там не будет лужа попадать. Вот где звезда, вот... Ну, где звезда? И противоположно вот крестом, допустим, вот, еще тут метку поставить и стоять, допустим, ну, и там, либо там, либо там. Получается, даже когда будет сосед блинковаться в рейд, она будет через крест проходить, а мы будем стоять либо везде, либо там в чем-нибудь другом. Ну, все то же самое, если просто лужа будет, он имеет в виду, что просто как звезда есть путь отхода, так и будет еще от креста такая же. Сразу туда будет становиться, и оно что так не дамажит при обычной ситуации, что когда... Там в самолете, да? Лужа будет. Ждем тогда саман. Там паучки повылазят. Это идеальный вариант, я считаю. Потому что в основном мы как раз и вайпаемся от лужи посередине. А я сейчас предлагаю вариант, что вообще ее избежать. Ну, блять, я вот сейчас сдох из-за того, что что-то лужа как-то немножко кривотенько разделась. Я с шипа слез не с фулл хп. Я слез с шипа, я, короче, выпрыгнул, и мне тик просто, блять, лужи въебал, я сдох. Ну там я тоже получил урон, я чуть шаг назад сделал. Типа, либо, скорее всего, танк близко. Или это вихрь мне въебал перед шипом. Сумоньте, сумоньте, ребята. Да, давайте. Все, ребят, соберитесь. Крайне на сегодня был. Сунжора сумонь. Рыбка кушайте. Че, порталом на ее, вроде четко вон. Ладно. Давайте хлопа быстрее поехали. Вот, короче, как звезда есть, так еще вот трусики будут. Ну это считайте там. Это если в центр пойдет лужа. Либо туда отходит. Рейд. Ману отпиваешь, вижу. Че надо пьешь? Все, че дай? Исходный сталь. 3, 2, 1, пул. Ближе во фрейм сталь. Шип. Ебать, ну. Порщины. Костяная хватка. Вот кто это сейчас стоит? Можно ник. Сенджуро? Варфрейм. Аккуратно, лужа, данжермастер, блядь. Все, варфрейм. Шип с мага быстрее. Слева мага шип, резче. Танков держим. Великим на ману рит ТП. Соседа. Макс справа быстрее шип. Сейчас шипы сразу вот эти, которые заливаем. Перед вихрем, которые. Вот сейчас. Или там еще один будет. Не будет больше.
Bone Storm cast. Сокровище. Блять. Он меня на шип посадил. Почему он сейчас вот эту хуйню сейчас сделал? Просто, блядь, он остановился, блядь, почему-то раньше. Хотя тут так расстояние маленькое. А, ну вот этот вот баг ебучий. Он типа во время перебежки начал кастовать, блядь, ебучий шип. Вот. И из-за этого остановился, из-за того, что шип начал кастовать. И при этом лужу насрал. А разве там не был в шипе? Нет, сейчас. Нет. Ладно, все, теперь точно крайний. Все, давайте прямо. Сука, блядь. Ну это прям ультра, да, на сегодня точно все. Сука, обидно, да. Ну у нас нет, это не танк, это шпит. Это просто, блядь, он остановился. Да. Там не было ресни на шипе. Самолетик там. На, заебись. Некому самоне, да? Зелье невидимости, ботинки и прилетают. И там трэш. Ладно, не потом. Я понял. Ладно, тогда на сегодня хватит. Это. Мне на друида зайти там на ИП. Я тебя так начислю. Да, еще начислю сверху. Сосед, дай порт. Неплохо есть поиграть. Вот стоит порт, прыгай. Я уже прыгнул. Нихуя себе. Спасибо. Там поплок, если... Поплок? Там если леди будем траять, если других ДКшников не будет, я могу и на леди ДКшником походить. Там два танка, чтобы нормально было. Угу. Ну, первое время там, когда понерфят... Буду ходить основным персоном. Только завтра стримчик подрубите. Травить пойдете. А скоро ты? Я завтра на смену. Ничего. С вами.